Пески начали обстреливать 18 июля в 7 часов утра. Часы остановились именно когда здесь произошел у нас взрыв. Не дай Господь переносить и переживать вот это. Когда теряла сознание, я слышала их голоса, того, что «мама, не уходи, не засыпай, мама, нам больно, будь с нами». Возле нашего дома упал снаряд. Мне это было страшно. Даже с ребенком ходили, мы лежали под забором. Перестрелка проходила, мы шли дальше. Вот так вот. Легли вдвоем. Собака цепи оборвала и под нас залезла. Перестали привозить даже хлеб. Мы остались без ничего. Тяжело сильно. В таком возрасте еще и вот такое случилось. Не дай бог никому, конечно.